Здравствуйте, друзья. Опять моя история. Все, они никак не угомонятся. Ну, действительно, там вот в ролике я предположил, как выглядит этот деятель, эта девушка. Хотел бы в комментариях вашу картинку посмотреть, как вы описываете вот этого персонажа. Давайте послушаем, и я буду рад почитать ваши комментарии. Поехали. Здравствуйте. Да, алло. Компания МБА «Финансы», специалист Тимошина Оксана Сергеевна. Запись разговора ведется. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Угу. Да. Замечательно. Дата рождения ваша 2-й год? Да. Очень хорошо. По вопросу долга, Дмитрий Евгеньевич, Пауэрбанк, ФК, открытие, звонок поступает. Долг у вас по потребительскому кредиту с 2015 года. Да, на сегодня 609 750 рублей 8 копеек. 851 день нарушения кредитного договора идет. Вам сотрудники наши озвучивали наверняка, да, предложение от банка? Нет. Нет? Значит, смотрите, банк для вас подготовил предложение по снижению финансовой нагрузки. 159 тысяч полного погашению и закрытию кредита. То есть они мне добавят, что я же, ну я сейчас вообще ничего не плачу, куда ниже еще нагрузку-то. Я ничего не плачу. Ну так вот, чтобы вы добавили. Я вижу, что вы не платите. Ну а какая нагрузка? А какая нагрузка? Нет нагрузки. Ну вот 609 тысяч, 610 почти, это для вас не нагрузка финансовая, странно. Не, а что, нагрузка-то? Ну и где-то там, где-то летает в облаках. Коллекторы думают, что я... То летает, я, ну, то вот, летает. Да, коллектор. Какие коллекторы думают, что вы отдадите, Дмитрий Евгеньевич? Не уверен, банк отзовет дело, он вас из работы, буквально через 2 месяца. И, возможно, продаст его, вот тогда будут коллекторы думать. А вы кто? Какой? Мы на агентском договоре с банком. Ты считаешь, что это открываем? Вы что, не коллекторы, что ли? Так, понимаете, Дмитрий Евгеньевич, я бы на вашем месте так не веселилась на том конце провода. Потому что там все вы герои. Почему? Все вы герои веселиться. Да, только когда к вам, приставы в дверку стучат с исполнительным листом и начинают описывать имущество или арестовывать все ваши счета доходные, вы начинаете бегать по приставам и банкам. Что смешного в моих словах? Да, Дмитрий Евгеньевич. Я все время представляю физиономию говорящего эту чепуху. Вот мне, глаза вот мне интересно, ты моргаешь даже. До такой степени ты веришь. Дмитрий Евгеньевич, а я смотрю, у вас еще и лишние средства на оплату штрафа за оскорбление представителя кредитора появились, да? Данная запись разговора будет передана в полицию. Не хотите? Хочу, очень сильно. Штраф оплатить. Я хоть тебя не хотите. Я согласен. Давай. Каким образом вы меня увидите? Тварь драная. Каким образом? Потому что значит, я же тебя таким, увидел. Я же, таким образом, Дмитрий Евгеньевич, ну, вы будете общаться с ближайшими родственниками. Я смотрю, они вас не научили ни культуре общения, вполне не обязательно. Вы меня услышали. Да, конечно. Надеюсь, к среде ее приняли. Курица опаленная, блядь. Теперь сидим, читаем книжки, умнеем, настраиваемся на диалог. Я вам перезвоню. Давай, овца. Так и хочется, да-да, почитай книжки, сказать ей, и как поумнеешь, перезвони. Ну, правда же, друзья? Блин, не буду рассказывать. В двух словах для тех, кто недавно на нашем канале, если вы думаете, что руководитель самого крупного юридического оператора на территории Российской Федерации должен жить честно там и с точки зрения банкиров и коллекторов, то вы ошибаетесь. У меня очень много долгов в свое время было, потому что я не всегда юристом кредитным работал, таможней занимался и не понимал, как все это устроено. Тоже было очень много обращений в кредитные учреждения, брал-отдавал. В один прекрасный момент случился вот этот всем известный кризис, таможенный бизнес постепенно, но верно умер, остались на рынке только крупные игроки, средний бизнес был задушен, и мы остались не у дел. Да, пришлось даже в такси поработать чуть-чуть, но потом я взялся за ум, что и вам всем рекомендую сделать. Изучил с позиции юридической весь этот аспект и понял, что я очень сильно ошибался, когда тащил в банк последнее. Все это было
обернута в такую, в такой вот нормальный красивый фантик, удобоваримый для простых людей, потому что мне в свое время пришлось непросто, я это все на собственной шкуре, как говорится, испытал, на подводные камни натыкался, на грабли наступал, но в итоге протащил все свои кредитные эпизоды и понимаю, как сделать так, чтобы жить спокойно. И теперь это совершенно, как говорится, объективно предлагаю широким массам людям. И вы знаете, очень даже успешно, потому что действительно это дает хорошие результаты. У нас в штате работают высококвалифицированные юристы. Мы готовы помочь любому и каждому, кто находится на территории Российской Федерации, независимо от того, в каком уголке нашей необъятной страны вы сейчас находитесь, лишь бы был интернет. Как это все происходит, как мы это делаем, полностью нормальный такой конкретный алгоритм работы вы можете понять, посмотрев видео на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть. Также для вашего удобства выходит кликабельная подсказка в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, видео на нашем сайте и сделайте все по инструкции. Оставьте заявочку в форме, предложенной на сайте. Введите корректную информацию и ждите звонков наших специалистов. Звонить мы будем с телефона, который указан в правом верхнем углу нашего сайта. Подчеркну, именно нашего сайта. Забейте эти цифры себе в контакты и ждите звонка нашего специалиста. В рабочее время мы вам позвоним, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Не пропустите. Простите. Также предлагаю вам посмотреть обращения, мои обращения к посетителям, гостям канала, к подписчикам, клиентам компании Алиам. Из них уже создан целый плейлист. Мы отвечаем на вопросы, на самые такие часто задаваемые острые вопросы в формате конкретно взятого какого-то ролика. То есть вопрос задается часто людьми, и мы готовим развернутый ответ. Целый плейлист уже мы создали, и ссылочка на этот плейлист в правом верхнем углу трансляции выходит. Вот она. Ну, что еще хотелось бы сказать? Повторить о нашем видео на сайте. Действительно, это не просто сайт, а в этом видео рассказывается, как действительно можно избавиться от кредитной зависимости, от долгов, что можно сделать, как юристы работают, какие меры применяют. А я подчеркну, мы работаем строго законными методами и приводим ситуацию простой, скажем так, логичной. Это ситуация, когда банку выгодно отказаться от претензий. Мы создаем эти условия, и банк действительно, когда на досудебном этапе еще, иной раз и в суде, очень часто бывает и на этапе исполнительного производства, забирает претензию, забирает исполнительный лист, если это вот ФССП, этап Федеральной службы судебных приставов, потому что те условия, которые мы создаем для банка, они ему невыгодны. В двух словах, это условия, когда человек платит комфортными платежами. Но подчеркну, это уже если мы дошли до исполнительного производства. На всем этапе нашей работы, да и после нашей работы, вы в банк больше не вносите ни копейки. Это условия. Это, знаете, такое железное условие. Если вы не готовы выполнять вот это вот самое основное условие, то есть прекратить все финансовые отношения с банком, то мы не сможем вам дать результат. То есть первое, к чему вы должны быть готовы, это прекратить платить какие-либо деньги в банк вообще, как только подпишете с нами договор. Ну, вообще об этом четко и конкретно рассказывается, почему именно так делается, почему это условие очень важно, другие условия. Все это описывается в видео на нашем сайте. Еще раз, для вашего удобства в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, сделайте все, как рассказывается в этом видео, и ждите звонка нашего специалиста. Ну а для постоянных слушателей, подписчиков нашего канала, просьба, ставим лайки, пишите, пожалуйста, комментарии, не стесняйтесь. Если не подписались еще на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Репост в соцсетях, отдельная просьба. Ну и, конечно же,
Я желаю вам счастья, благополучия и финансового здоровья. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.